Главный праздник шахтерской столицы. В Центральном парке Караганды прошла насыщенная культурно-развлекательная программа, посвященная Дню шахтера. Музыкальные конкурсы, награждения, концерты и салют. О том, чем запомнился этот день горожанам и гостям города, в следующем сюжете. Проливной дождь в Караганде в праздничный день мог внести коррективы в программу празднования в Центральном парке. Однако, как только начиналось очередное мероприятие, дождь прекращался и выходило солнце. Открыл череду мероприятий аким Караганды Нурлан Аубакиров, который отметил, что в нашей стране труд шахтера ценится и по-прежнему является почетным. Шахтеры работают в очень сложных и опасных условиях на благо нашей страны, на благо и процветание нашего города. Они заслуживают яркого праздника и самых теплых пожеланий. Ваш нелегкий труд благороден, а результат вашей работы – это успешное развитие экономики и благополучие страны. Аким города наградил грамотами и кубками победителей республиканского конкурса «Жумар Журек» за реализацию крупных социальных проектов на малой родине, за оказание безвозмездной помощи нуждающимся, за волонтерство и другие благие дела. Центральным мероприятием праздника стал по традиции конкурс «Тебе пою, Караганда», в котором приняли участие творческие люди нашего города. Профессиональным жюри конкурса были выбраны 10 лучших песен про Астану лауреатов конкурса. Поздравляю всех с праздником Днем Шахтера. Сегодня конкурс проходит под эгидой «Мы карагандинцы». Он ежегодный конкурс, уже традиционный. «Пою тебе, Караганда». Карагандинцы поют о нашей столице, посвящение 20-летию нашей столицы, и посвящают ей сегодня эти песни. Самое главное, что эти песни пишут наши карагандинцы, сами авторы. А исполняют наши карагандинцы тоже. Все мероприятия в этот день проходили в рамках уникального городского проекта «Мы карагандинцы». Вдохновителем и руководителем орткомитета фестиваля является акимат города при поддержке Ассоциации предпринимателей Карагандинской области. Ну, настроение у нас замечательное, а сегодня просто замечательный день, даже с утра пасмурный дождь, а сейчас солнышко. Сегодня день шахтеров, с праздником всех, и поэтому в этот день шахтеров традиционно уже 9-й год подряд мы проводим фестиваль «Мы карагандинцы», рассказывают сами карагандинцы о себе, о своем творчестве, о том, что они умеют и делают. Тем временем у одной из частей парка развернулась выставка фотографий, посвященная шахтерскому труду. Мы совместно с Союзом молодежи корпорации «Казахмыс» при поддержке акимата города Караганды организовали фотосушку, посвященную Дню шахтеров, где карагандинцы могут увидеть трудовые будни работников ГРЭС, рудников. Конечно, все поздравления в этот день были адресованы людям героической профессии – шахтерам. Я хочу всех шахтеров поздравить. С Днем шахтера, пожелать здоровья, счастья, благополучия. Желаем удачи и безопасной работы в шахтах. Они достойны похвалы, достойный труд у них. То есть поздравляю всех шахтеров. Мы приехали с Таразом и хотим всех поздравить. Караганды всех с праздником, профессиональным праздником. В общем, всех шахтеров с праздником великим. Приятно находиться сегодня в этот день в парке. Поздравить всех наших горожан, всех шахтеров с таким профессиональным праздником. Пришли в свой праздник и сами шахтеры. Были и среди них кавалеры почетного знака шахтерской славы. Я старый почетный шахтер. Да. Так что, пользуясь случаем, хочу поздравить всех шахтеров моего поколения с Днем шахтера. Шахта Кузембаева, моя родная шахта, 40 лет стажа, да, все было там. Еще живой, видите, пришел сюда, там наш монумент, проходим там, друзей встречаем. Вечером праздничную программу продолжил популярный в нашем городе ретро-фестиваль «Молодые годы Караганды». Его участниками стали известные наши исполнители и музыканты. Карагандинцы услышали любимые песни 70-х-80-х годов. Кроме этого, жители и гости города смогли почувствовать себя звездами, поучаствовав в караоке-конкурсе и в танцевальном состязании. Молодые годы Караганды! Завершением праздника стал грандиозный салют. Ирина Вабищевич, Александр Кирьянов, Наталья Заяц, 5-й канал.